Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Прокуратура проверит, ведомство будет разбираться с ситуацией в Турлатово. Новый пароль и определитель номера. Простые советы, как защититься от мошенников. Сияй, сияй! В часовне имени Ипатия Триполийского обновили деревянный купол. Широкий резонанс вызвало сообщение в социальных сетях об отравлении собак в Турлатово. В комментариях развернулись нешуточные баталии, ведь бродячие собаки действительно очень сложная тема. Кто-то боится агрессии от бесконтрольно гуляющих животных, для других такие бездомные животные становятся всеобщими любимцами целой улицы. Разбираться в ситуации в Турлатово теперь будет прокуратура. Во вторник, 18 июля, в социальных сетях региона появилось сообщение следующего содержания. 14 июля 2023 года в деревне Турлатово Рязанского района Рязанской области кто-то массово отравил бездомных, неагрессивных, стерилизованных и привитых собак с клипсами. На видео с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, видны люди, которые, возможно, причастны к этому преступлению. Конец цитаты. По сообщению автора поста есть записи камер видеонаблюдения. Зафиксированы две женщины, которые кормят собак. Автор поста подчеркивает, что согласно видеозаписям, женщины кормят собак в 11. Цитируем. «Спустя пару часов три собаки начинают падать одна за другой. Начинаются судороги, их рвет пеной и кровью. Глаза приобретают алый оттенок. Все это происходит на глазах детей, которые в истерике рыдали, не понимая, что происходит с их любимыми собаками, с которыми они всегда играли, любили, и на глазах других жителей поселения». Конец цитаты. Прокуратурой Рязанской области организована проверка сообщений, размещенного 18 июля 2023 года в социальных сетях и СМИ об отравлении собак на территории Турлатовского сельского поселения. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Рязанского района, будут установлены обстоятельства происшедшего, а также дана оценка соблюдения требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Одной собаке удалось выжить, ее отвезли в ветеринарную клинику. Предварительное заключение – отравление ядами. Труп еще одной собаки местные жители обнаружили в мусорном контейнере и отправили на экспертизу. Еще одну собаку так и не нашли. Местные жители написали заявление в полицию. Вокруг ситуации развернулись споры морального характера прямо в комментариях. Мнения горожан разделились. Что случилось с собаками из Турлатова и нарушен ли закон, будут разбираться компетентные ведомства. За первое полугодие отделение соцфонда по Рязанской области назначило больше 1000 пенсий по инвалидности. Притом назначали их беззаявительно. Как это работает, расскажем далее. Почти 1300 пенсий по инвалидности в регионе оформили без подачи заявления. Об этом сообщили в региональном отделении социального фонда. Все сведения поступали из Федерального реестра инвалидов. Решение фонд принимал на основании данных из Бюро медико-социальной экспертизы. После назначения выплаты гражданину поступает уведомление о назначенной пенсии в личный кабинет на портале госуслуг или посредством почтовых отделений. Выбрать способ доставки пенсии гражданин может путем подачи заявления о выборе способа доставки пенсии. Подать заявление можно также лично, обратившись в ближайшую клиентскую службу социального фонда или на портале госуслуг. Если ранее гражданин уже получал выплаты по линии социального фонда, то доставка выплат будет осуществляться тем же способом. В этом году уже назначено почти 1300 пенсий по инвалидности. 915 из них страховые, остальные – социальные. Помимо пенсий по инвалидности, людям предоставляются и соцпособия. Это и ежемесячная денежная выплата, и набор соцуслуг. Сюда, например, входит набор лекарств, медицинских изделий, путевка и проезд в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках. Если человек не нуждается в этих услугах, то он может полностью или частично получать набор денежными средствами. С каждым днем мошенники придумывают все новые способы похитить деньги. Поэтому специалисты разработали 5 простых средств, как обезопасить себя и свои сбережения. Про эти 5 лайфхаков расскажем далее в сюжете. Первый и в то же время самый банальный способ защититься от мошенников – это придумать сложный пароль. Специалисты говорят, что многим сложно удерживать всю информацию о кодах доступа в голове. Вот и используют иногда простые пароли. Это и ставит под угрозу безопасность персональных данных. Самый простой выход, говорят специалисты, это так называемый менеджер паролей. Программа эта хранит все логины и пароли от ваших учетных записей, поэтому не придется выписывать
вписывать каждый раз новые коды на листочек. Следующий совет – пользоваться двухфакторной аутентификацией в соцсетях и мессенджерах. Эта функция есть и на госуслугах, во многих интернет-сервисах и на сайтах банков. Здесь, помимо простого пароля, нужно будет ввести дополнительные данные, например, код из СМС. Специалисты отмечают, что 100% гарантию от действия мошенников двухфакторная аутентификация не дает, однако она значительно усложняет путь злоумышленника к личным аккаунтам. Пункт номер 3 есть также во всех мессенджерах. Это настройка конфиденциальности. Если человек не использует аккаунт в соцсетях для работы с другими людьми, то можно просто скрыть свою страницу от посторонних. Специалисты утверждают, что такая функция позволит лишний раз не попадаться на глаза мошенникам. Плюс можно будет выбрать самому, какие именно данные будут скрыты от глаз других пользователей. Такой простой совет поможет как минимум избежать спам-сообщений и избавиться от ненужных рекламных рассылок. Совет номер 4 тоже касается именно мессенджеров. Не нужно пренебрегать установкой обновлений программного обеспечения, говорят специалисты. Обычно обновления содержат улучшения и исправления, связанные как раз с безопасностью и конфиденциальностью. И благодаря этому, мол, можно защититься от вирусов, вредоносных программ и некоторых онлайн-угроз. И последний, пятый совет относится именно к телефонным мошенникам. От них поможет защититься простой определитель номера. Функция уже доступна во многих приложениях, а часть мобильных операторов уже вводит защиту от спам-звонков. Специалисты говорят, что таким простым методом можно защититься от звонков якобы специалистов банков. В полиции напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят персональных данных, реквизитов карт по телефону и не предлагают совершить операцию. Правоохранители не рекомендуют брать трубку, если звонок идет с неизвестных номеров, особенно если он начинается с 8800, 8495 и 8499. Также они посоветовали не реагировать на уговоры мошенников, сообщающих о подозрительных операциях на счете и требующих назвать номер банковской карты, ее дату действия и код с тыльной стороны. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажи «Икра и рыба камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». В часовне имени Ипатия Триполийского произошло поистине яркое событие. Старый деревянный купол там заменили на новый. Примечательно и то, что часовня эта находится на земле былинного рязанского героя. Эта небольшая часовня стоит в селе Фролово Рязанской области. Рядом памятник Евпатию Коловрату. Местные жители былинного героя называют защитником земли Рязанской. Часовня ему и посвящена, хоть и с некоторыми оговорками. Священнослужители говорят, что Евпатий Коловрат не был святым, поэтому часовня освящена в честь мученика Ипатия Триполийского. Но что историки, что местные жители уверены, здесь и берет свое начало древний род Коловратов. Как у всякой столицы, у Рязани был пригород. И вот, вероятнее всего, Фролово было одной из таких вот вотчин Коловрата. С его именем связан Урсовский городок, который по правую сторону от нас находился. Ну и городок у села Фролово, который по левую руку от меня сейчас находится. Вот это место, где установлена часовня в честь святого Ипатия, по местным легендам, опять же, являлось местом, с которого матушка Коловрата благословляла его на ратные подвиги. Согласно повести о разорении Рязани Батыя, рано утром 21 декабря 1237 года, после пятидневной осады, монголо-татары взяли штурмом обессиленную Рязань. Коловрат в это время находился в Чернигове. О захвате родного города он узнал от гонца. Немедля ни минуты он поскакал к столице Рязанского княжества. Увиденное потрясло его, и он решил отомстить за гибель своего народа. Евпатий Коловрат собрал всех, кто уцелел от нашествия, и бросился в погоню за врагом. Почти 2000 воинов сражались с отрядами Батыя. Хан бросал все новые и новые отряды на дружину Коловрата, но ничего не мог с ней поделать. Событие, которое сегодня мы с вами лицезрели, очень важно не только для Шиловской земли, но и для всей земли нашей Рязанской, поскольку имя Евпатия Коловрата известно каждому, начиная со школьной скамьи. Сегодня в жизни часовни и правда важное событие. Здесь установлен новый купол взамен старого деревянного. Я сам верующий человек, постоянно хожу в храм. Это великолепно. Люди очень
благодатно восприняли данное событие. Спасибо вот Анатолию Ивановичу Монахову, который помог осуществить вот устаревший купол, заменить на новый. Благодаря стараниям руководителя фонда «Евпатик Лаврат» Анатолия Монахова эта часовня и появилась. Несколько лет назад здесь была освящена земля с родины богатыря и отправлена на поле сражения Калаврата с татарами. А сегодня часовня засияла ярким светом. Мы, жители села Фролово, я лишь хотим поблагодарить Анатолия Ивановича Монахова за то, что он построил этот нам как бы маленький храм. И сегодня у нас большая радость, когда стало в деревне Фролово намного светлее. Фонд «Евпатия Калаврата» планирует развивать и расширять проекты, связанные с именем героя. Обещанной аномальной жары так и не будет. Синоптики дают свои прогнозы на вторую часть июля. Середина лета позади, а жарких дней было по пальцам перечесть. И, видимо, надежды на них больше и не остается. Если верить ведущему научному сотруднику Пущинского научного центра Российской академии наук климатологу Алексею Карнаухову, жары в Центральной России в ближайшее время не предвидятся. Специалист отметил, что не стоит ожидать температурных рекордов. Карнаухов добавил, что в центральной части страны в этом сезоне было много дождей, потому опасаться пожаров жителям не стоит. Прошлогодних бед не прогнозируется. Часть природных аномалий в 2023 году объясняется явлением Эль-Ниньо, при котором происходит перестройка течений и разогревается Тихий океан. По словам специалистов, указанное явление может добавить еще пару десятых градуса к глобальному потеплению. А вот научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал кратковременное возвращение летней погоды. По его словам, тепло вернется в регион в грядущий понедельник, однако продолжится лишь до среды. Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов со знаком плюс. Затем резко понизится и останется на таком уровне до конца месяца. Напомним, ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России сообщали, что аномальная жара в 4 федеральных округах может стать причиной множества бедствий. От пожаров до деформации железнодорожных путей. Как мы видим, пока последствий жары опасаться ни к чему. Обращают внимание специалисты и на то, что за последние годы при оценке погоды изменилось само понятие нормы и аномалии. Так климат потеплел, изменились и температурный режим, и режим осадков. И крайрыба камчатская снова в Рязани. Выставка-продажа морепродуктов, свежих и вкусных, которая полюбилась многим рязанцам до 22 июля включительно возле торгового центра «Премьер». Выставка продажи икра и рыба камчатская – та самая торговая точка, к которой раз за разом возвращаются, потому что, купив продукцию здесь однажды, уже не могут отказаться от высокого качества и свежести, каких не найти в других местах. Внимательные и обходительные продавцы рады помочь консультацией и подробно рассказать о каждом наименовании на витрине. Еще и продегустировать дадут, чтобы покупатель не ошибся с выбором и подобрал рыбку на свой вкус. А выбор здесь очень большой. 35 видов рыбы и красная икра, холодного и горячего копчения, а также слабосоленые продукты. И все непревзойденного вкуса. Вкусно, красненько, для сердца, говорят, полезно и так. И красненькая, и это белая. Вот. Икра хорошая. Правда, вот в этот раз они другую привезли. Попробуем. Должна быть вкусная. Они всегда все свежие. Есть и те, для кого морепродукты – жизненно важный элемент рациона, ведь в них содержатся незаменимые витамины, минералы, кислоты и жиры, высокое содержание белка. Вот почему употребление рыбы ежедневно помогает исправить многие проблемы со здоровьем и повысить иммунитет. Вот только найти качественную и свежую продукцию непросто. Здесь, на выставке продажи икра и рыба камчатская, именно такие морепродукты. А кто рыбу не любит? Вкусно. Какую здесь купили? Чевыч. Как сюда приезжает, так я прихожу сюда. Ароматы, которые сводят с ума. Рыба, которая тает во рту. Красная икра. Отборная, зернистая, несравненного вкуса. Деликатесы прямиком с Камчатки. В Рязани их можно приобрести до 22 июля включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.
Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июля. ТЦ «Премьер».